Но мне хочется поблагодарить тот коллектив, который обслуживал, говорится, работал на невидимом фронте. И от имени всех вас поблагодарить тех людей, которые трудились, готовя пищу, убирая комнаты. Даже подготовка к лагерному собранию – это нелегкий труд. Мы работали буквально по много часов для того, чтобы успеть сделать все и встретиться вместе со всеми вами. Я хочу пригласить всех сотрудников, всех, кто трудился здесь, сюда на сцену, чтобы мы могли вместе поблагодарить Бога и спеть вместе один наш традиционный псалом, который мы поем уже больше 10 лет здесь, в нашем доме. Я приглашаю всех выйти сюда на сцену, если они еще есть здесь рядом. Они обычно устают, раньше уходят спать, но сегодня дождались. Когда мы спали, дежурные сидели на видеокамерах. Когда мы сидели, слушали лекции, кто-то убирал комнаты. Когда мы еще спали, на кухне уже варилась каша, готовился завтрак. И вы видели заботу, видели труд этих людей. Я хочу вам сказать, это золотая молодежь. Очень посвященные люди.